Здравствуйте, дорогие телезрители. Настал новый день, и мы решили рассказать, как мы ищем гостиницы для ночлега. Представим, что мы находимся в данный момент в Альбукерке. Ну, точнее, выехали из Альбукерки. Вот Альбукерки. Большой город. Нам дальше, следующая наша точка находится там, на востоке. И мы едем по 40-му интерстейту. Вот 40-й интерстейт, синий щиток. Вот он. 40-й интерстейт. Вот. Ну, представим, что мы находимся, например, вот тут. Вот в этой точке, вот где цифра 7 написана сейчас. И едем туда. А время-то уже близится к ночи. Надо где-то ночевать. Поэтому что мы делаем? Мы выбираем по вот этому нашему любимому атласу. Это атлас штата. Сейчас открыта штат карта Нью-Мексико. Карта штата Нью-Мексико. И мы выбираем какой-нибудь плюс-минус средних размеров город. Не совсем маленький, не вот такусенький, а вот пожирнее. Вот в данный момент мы находимся в городе Мориарти. Ну, представим, что мы его и выбрали в качестве нашей жертвы. Берем, значит, окей, Мориарти. Следующий плюс-минус крупный город. Дальше берем нашу любимую навигаторшу Деми. Она у нас очень умная, как уже было не раз говорено. И вводим в нее город Мориарти. Ну, там неважно, как это делается. Мы используем программу iGo. Всем рекомендую, очень хорошая. Вводим в нее Мориарти, штат Нью-Мексико, и смотрим все гостиницы, которые там есть. Если тут гостиниц больше двух, ну, три, четыре и более, то это то, что нам нужно. Если одна или две, это плохо, потому что чем меньше гостиниц, тем больше они наглеют. И конкуренция здесь работает по полной программе. Слишком большой город тоже выбирать плохо, потому что в центре Нью-Йорка гостиницы стоят всегда дороже, чем где-то в Зажопинске. Но одновременно с этим слишком маленький город тоже плохо. Нужно что-то среднее. Вот мы выбрали Мориарти, он средний. Здесь оказалось 5 гостиниц по Деми. Отлично. Выбираем первую, ближайшую к нам. И едем в нее смотреть, что за гостиница. Подъезжаем. Вот там всегда есть на въезде офис. Вот сейчас этот офис козырьком покрыт, накрыт. И дальше один идет, выясняет, какая цена, есть ли завтрак с утра, какой номер и так далее. Выясняет все подробности. Другой остается в это время в машине и выясняет, какой интернет. Для нас интернет — это важная вещь, потому что мы регулярно каждый день закачиваем какие-то новые видео, новые фотки, в блог пишем. Трафика много, поэтому приходится и этот фактор тоже брать в расчет. Как мы проверяем интернет? Берем просто iPhone и заходим в Wi-Fi сетки. Скорее всего, Wi-Fi сетка будет открытая. Ну, в большинстве отелей они открытые. Вот. Но если закрытая, ну, тогда будем разбираться на месте. Или вообще поедем из этого отеля в следующий. Вот, заходим в эту Wi-Fi сетку. Там видно, да? Хорошо. И мы тут по-быстренькому поставили приложение себе для спид-теста. Заходим в Wi-Fi сетку и сразу тестим интернет. Вот сейчас он нам там найдет сервер, пропингует все. Ну, как видите, download отличный. 7 мегабит. Ну, сейчас он, наверное, немножко выровняется. Ну, в общем и целом, это очень хороший download по Америке. Ну, upload чуть поскромнее, 1,5 мегабита. Нам, в принципе, больше важен upload, потому что мы много видео закачиваем. Но download тоже никто не отменял. Надо же как-то в интернете посидеть, новости почитать вообще там, выяснить, куда катится этот мир. Кто будет следующим президентом? Да, это мы в отдельном выпуске обсудим. Идея проста. Мы выяснили, какой интернет, не заселяясь в мотель. После этого, удостоверившись, что интернет нас устраивает, удостоверившись, что цена нас устраивает, цена, кстати, сильно скачет, и в среднем по Америке это где-то $60 за двухместный номер. Если очень прижало, то мы можем согласиться на 70-80, если прям вот очень устали, и темно, и больше никуда ехать не хочется. Но в общем и целом стараемся в пределах 60. По-моему, у нас рекорд был что-то 52, да? Или как-то так.
Нет, 45 рекорд. Не, это без налогов. Нет, это с налогами 45 было. Это был. Где было? Это было в Колорадо Спрингс. Но это самый страшный мотель, в котором мы были. Понял, понял. Там даже полотенца грязные там, были. Это там где-то в пригороде, да-да-да. Вот, короче, у нас был рекорд 45 баксов, да. А вот, но это такой экстрим. Средний. А, у нас одна кровать была. А, да, и у нас там была одна кровать. И все в этом отеле жили месяцами. Все остальные. В общем, вот примерно так мы ищем наши гостиницы для ночлега. Вам рекомендуем такой же способ, если будете в роуд-трипе. Довольно эффективно, и каждый день эта методика проверяется на практике и оправдывает себя заново.